немного видоизмененное стихотворение Владимира Маяковского. Забыл, как называется. Всегда я забываю название. Женщину окутываю в трогательный роман. Просто на прохожего гляжу ли. Каждый боязливо придерживает карман. Смешные с нищих, что с них жулить? Сколько лет пройдет, поймут пока. Кандидат на сажень городского морга. Я бесконечно больше богат, чем любой Пьермонт Морган. Через столько-то лет словом не выживу. С голоду ль сдохну, встану ль под пистолет. Меня, сегодняшнего рыжего, профессора разучат до последних йод. Как, когда, где явлен, будет с кафедры лобастый идиот что-то молоть о богодьяволе. Склонится толпа лебезяща и суетно, даже не узнаете, я не я. Облысевшую голову разрисует она врага или в сияние. Каждая курсистка, прежде чем лечь, не забудет над моими стихами замлеть. Я пессимист, верю, вечно курсистка будет жить на земле. Слушайте же, все, чем владеет моя душа, а ее богатство, поди смерти ей, великолепие, что в вечность украсит мой шаг, и само мое бессмертие, которое, громыхая по всем векам колено преклоненных, соберет мировое вече, все это хотите сейчас отдам за одно только слово, ласковое, человечье. Люди, пыля проспекты, топоча рожь, идите со всего земного лона сегодня. В пещере на Дзержинского не за грош продается драгоценнейшая корона. За одно человечье слово. Не правда ли дешево? Как же, пойди, попробуй, найдешь его.